Донорская кровь – один из важнейших компонентов для спасения пациента. Кому, как не медикам, об этом знать? В среду в 7-й городской клинической больнице прошел день донора. И все сотрудники в режиме работы имеют возможность съездить на станцию переливания крови и сдать кровь для пострадавших пациентов ДТП, для пациентов с различными тяжелыми заболеваниями. Вот сегодня, чтобы создать возможность для наших сотрудников, мы организовали день донора в стенах 7-й больницы. Медицинские работники, как правило, надолго от пациентов отвлекаться не хотят. Кабинет, где принимают доноров, расположили удобно, чтобы не пришлось долго добираться. Время работы станции также подбирали так, чтобы успели все желающие. Важно своим примером показать, что донорство – это такой добровольный акт сдачи крови, который позволяет пополнить базу, банк крови. И при экстренной ситуации она очень необходима. В нашей больнице, где процент экстренных ситуаций составляет 99%, это очень актуально, важно, востребовано. И никто, кроме нас, этого, в общем-то, не сделает. День донора в 7-й горбольнице стараются проводить регулярно, хотя бы раз в полгода. И сотрудники пользуются этой еще одной возможностью помочь больным. На этот раз в акции приняли участие более 50 доноров в белых халатах. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.